Не бойся, Патрик, все в порядке, только без паники. Я поддался панике. Не беда! Горячий шоколад решит любую проблему. Жжет, жжет, жжет! Увидимся позже, Патрик. Гэри, я дома. Ой, он стал тяжелее. Этих прогулок даже на языке волосы дыбом. Скрипи, скрипи. Не скрипи. Я на работу, Гэри, до вечера. Я на работу, Гэри, до вечера. Ой, скрипи, скрипи. Доброе утро, Сквидвард! Было добрым. Ой! Готов целый день я взбивать соленья. Жир. Губка Боб. Губка Боб. Да, мистер Крэб. Вы звали? Ты не смог бы на секунду зайти в обеденный зал, сынок? Смирно, жду вашей команды. Это он помял мой почтовый ящик, офицер. Так. Нет, мистер Крабс, я бы так не поступил. Конечно же нет. Слово этого проходимца против твоего, малыш. Они не могут тебя посадить. Он сломал мой фонтанчик. Да-да, это тот парень. Мистер Квадратные Штаны, боюсь, вы арестованы. Что ты вытворяешь, а? У тебя там ниточка. И что? Я хочу за нее потянуть. Если я тебе разрешу, ты наконец-то дашь мне дочитать книгу в тишине! Ладно, давай быстрей. Ребята, не опускайте глаза! Моя нога! То есть моей стороны! Проходите, сэр, я буду с вами через минуту.
Мое самое драгоценное сокровище. Не считая, разумеется, тебя, любовь моя. Что? О, моя главная ценность обесценивается. О, нет, 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 нет. $1. Я требую вернуть мне деньги. Что случилось, уважаемый? Я нашел волосок в своем супе. Я требую вернуть мне деньги. Но это просто какой-то волосок. Это шерстинка редчайшего перуанского медузолота для аромата. И стоит она всего лишь сотню миллионов долларов, да. По-моему, цена несколько завышена. Ну что такое, какая-то сотня миллионов для богача вроде меня? Знаешь, нет, так нет. Я был не так уж и голоден. Такси, брак. Такси заказывал, приятель. У меня ниточка. Мои поздравления. Встречай по одежке. А, нет ничего лучше только что купленной футболки. Ой, забыл про ярлычок. Я оторву. Губка Ба. Ой, извини, Сэнди. Свитера. А, нет ничего лучше кашемира. О, в нем жарковато для такой погоды. Я помогу. Да что ж такое? Мечи и все такое. Посмотрим, как этот нитковытаскивательный чудак распустит это. Серьезно? У тебя что-то из чего-то торчит. Патрик, ты слышал? Ничего не трогать. И это, и это, и это, и это. Вот это точно не трогать, губка Боб. И это. И ни при каких обстоятельствах никогда не трогать это. Хлоп. О нет! Вы включили воронку! Все крутится! Смотри, какие цвета! Не заходите в нее! Может, вбежим? Губка Боб, Патрик Стар, остановитесь сейчас же! Повернитесь! Идите! Те
двое не умнее земляного ореха. Смотри-ка. Ух ты! Мы попали в другое измерение. В пустое, бесцветное. Видимо, скучное измерение. Идем домой. Может, выход там? А? Может, свернул не там? Патрик, выхода нет! Выхода нет, Патрик! Я так не могу, выпустите меня! Патрик, смотри. Хлоп. Ой, прости. Рисуй еще. Неплохо. О, мой дом! Ой, забыл про землю. Хочу есть. Сейчас дам тебе котлетки. Нарисованные котлетки. Вкус странный. Да-да, чуть-чуть суховатый. Скучаю по-настоящему из крабов. А я по мистеру Крабсу. Я скучаю по Сэнди. А я по Гэри. Я скучаю по Сквидварду. А знаешь, по кому я скучаю больше всего? По губке Бобу. Патрик, я же здесь. Правда симпатичный? Как поживаете? Обнимашки! Я следующий обниматься. Он исчез. На мне чары исчезательных объятий. За что? Он не исчез, Патрик. Он у тебя на животе. Убери! Стихнешь меня, губка! Сейчас, Патрик! Спасибо, друг! Пожалуйста! Нам надо быть осторожнее! Нарисованный Боб, брось карандаш. Завтрак, завтрак, где же завтрак? А, вот же он. Приготовьтесь к запуску. Нет, нет, не запуск, завтрак. Приветик! А я решил сбегать домой. Я забыл очки для чтения. Ты не виноват,
Нет, Губка Боб, не нужно было мне делать кнопки «Запуск» и «Завтрак» рядом друг с другом. О нет, Луна сдвинулась со своей обычной орбиты. Это может иметь катастрофические последствия для земных приливов. Что-то у нас сегодня мелковато. А еще ты истратил все наше топливо! Странно! Мне так жаль, что ты была черлидершей! А мне так жаль, что ты была ботаничкой! Я не то хотела сказать! О, лунные обнимашки! Местечко найдется? Ну же, Сэнди, хватит стесняться! Все в порядке, скауты! Осталось только придумать способ вернуться на Землю! Но, Сэнди, мы слышали какой-то странный смех, доносящийся... Вон оттуда! Сквидвард? Так значит, ты и есть лунный человечек? Губка Боб? А, конечно, почему нет? Губка Боб? Хо-хо! Я мог бы и догадаться, что тут не обошлось без тебя. Санта-Клаус! Что ж, Санта, как говорится, где бы ни был Губка Боб... Там жди ни шуточных невзгод. Я хотел сказать, праздник настает. Мистер Клаус, что вы делали на темной стороне? Темная сторона Луны — единственное место, где достаточно темно, чтобы я мог поспать. Я сопел, как младенец. Я видел во сне сахарные сливы, а этот плохой мальчик грохнулся в мои сани и разбудил меня. Похоже, в этом году на рождественский подарок можно не рассчитывать. Печаль! Ёлки новогодний, Губка Боб! Ты что же уменьшил Землю? Хороший вопрос, мистер Клаус, я... Мы дальше от Земли, чем были раньше. Мы могли бы вернуть Луну на ее прежнюю орбиту, только вот у нас кончилось топливо. Контролируемый взрыв может отправить Луну на место. Какая ты умная! Но как нам устроить этот взрыв? Шипучий бум! Газированный взрыв в каждой банке. Е-ха! Ай да ученые скауты! Не вышло! Луна слишком тяжелая! Я знаю, кому из детишек положить под елочку немного ума! Просто идеально! Осталось дождаться порыва ветра! Санта, в твоем мешке есть водяные пистолеты? Да, в моем мешке их полным-полно. Давай-ка, Санта, облей меня. О, я понял. Давай побольше, Санта. Население Бикини-Боттом 38 жителей. Может, ты не заметил, но это другой Бикини-Боттом в другом времени. Если бы ты не трогал машину времени, как мы предупреждали, ничего бы этого не произошло. Главное теперь не изменить наше настоящее. Оу, все выглядит таким устаревшим. Я уже готов править миром и его созданиями. С этим оружием никто меня не остановит. Ты так думаешь? Эй! Морской супермен и очкарик? Прости, Мэнрей, но почему-то мой лучший друг очкарик и я, мы оба с тобой согласны. Тебе предстоит столкнуться лицом к лицу с правосудием, Мэнрей. А теперь приготовься быть поверженным с помощью соуса тартар.
Ух ты! У нас были такие крепкие тела! Что же случилось? Ужаль меня, медуза, морской супермен! Куда делся соус тартар? Убери свои лапы от моего соуса тартар! Самозванцы! Кого ты зовешь самозванцами, самозванец? Я должен спасти соус тартар, а не то его съест этот. Этот идиот! Если хочешь приблизиться к моему соусу тартар, то сперва сразись со мной. Ты пожалеешь об этих словах. Давай! Получай! Тебе меня не победить! А вот и неправда! Что это у вас тут происходит, очкарик? Что-то со временем, морской супермен. Я... Вы идиоты! Я выиграл столько времени! Теперь приготовьтесь к исчезновению! Никто тебя не боится, воплощение бумажного злодейства. Но, к счастью, мы все знаем, что случается с бумагой под водой. Очкарик, давай соус тартар! Ух ты, я еще никогда не ел столько соуса тартар. А вот и ел. Значит, у меня несварение. Какие идиоты! И снова ваша глупость принесла мне победу. О, этот день мне запомнится надолго. Не так часто я побеждаю морского супермена и очкарика. Только во второй раз. Не вздумай есть соус тартар! А, ты опоздал! Твой толстый друг уже все слопал! А сейчас приготовьтесь отведать лазер! Так, и сколько? Надо было вернуться в другое время, раньше! Ты, уйди с дороги! Давай, Патрик! Что-то я окончательно запутался. Откуда они появляются? Еще одна машина времени? Я уничтожил вашу дурацкую машину времени. О, мне нужно присесть и обо всем подумать. Попался. У тебя будет много времени, чтобы обо всем подумать в тюрьме. Прости, ты что-то мне сказал? Я пытался понять, что здесь только что произошло. Да вообще-то все очень просто. Ты был побежден сильной командой героев-борцов с преступностью. Спасибо, Губка Боб и Патрик. Да не за что! О, здравствуйте, дорогие! Здравствуйте! Привет! Мы просто решили вернуться, чтобы убедиться, что зло повержено навечно! О, здравствуйте! Как поживаете? Все кончилось хорошо? Никаких проблем? Здравствуйте! 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 Не подходи. Не надо. Привет. Ну, я, пожалуй, пойду. Да, это моя рука. О, отличная идея. Что с тобой? Блохи заедают? О, да это всего лишь маленькая медуза. Пожалуй, я все-таки пойду. Вот здесь, в тенечке, я и отдохну от этих чудаков.
Что вы тут затеяли, дурачье? Медузы жалятся. Их нельзя хватать руками. Дайте-ка мне вот это. Всему-то их нужно учить. Теперь у вас дело пойдет на лад. Тупицы! С очком нужно ловить. Вот так. Это называется охота на медуз. Наконец-то. Взбесились? Надо отсюда сматываться! О-о-о-о! Проиграл. Никого. Никакого Спанч Боба. Нигде. Неужели я наконец нашел место, где смогу быть совсем один? Один. Надо бежать. Где машина времени? Где вообще все? Где? Я хочу домой! Хочу домой! Где мой бикини-боттом? Где мой любимый дом? Где Спанч Боб? Спанч Боб! Патрик! Привет, Сквидвард! Ах, я дома! Даже не верится! Где я только ни был! Сначала в будущем, потом в прошлом, потом непонятно где! И вот я вернулся и... Если бы вы знали, как я рад видеть вас обоих, ребята! Значит, мы, наконец, идем ловить медуз! Что? О, Нептун! Кто? Кто тот глупец, кто научил вас этой дурацкой игре? Это ты, Сквидвард!